Вот тут все, что мне удалось нарыть на президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Когда еще он только работал заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, он завысил цены на цемент, в результате чего было даже разбирательство в вышестоящих инстанциях, а именно в Министерстве внешних экономических связей Российской Федерации. Путину занимать какие-либо иные должности до рассмотрения материалов дела было запрещено, но судьба распорядилась по-своему. Также Путин Владимир Владимирович обвиняется в так называемой афере «Сырье в обмен на продовольствие», где он просит дать КВС при мэре Петербурга право самостоятельно давать лицензии на экспорт сырья, как вы понимаете, за большие откаты по тем временам. Но это все дела давно минувших дней. Что касается дня сегодняшнего, то это 1,75 миллиардов долларов было выделено из государственного бюджета зятю Владимира Владимировича Путина Кириллу Шамалову из компании «Сибур» через компанию «Яуза». Также ходили слухи о том, что Путину в свое время, а именно в 1996 году, подчинялся вот этот вот человек Смирнов, лидер Тамбовской ОПГ. Вот и все, что мне удалось нарыть на Путина.